последнее вам муж купил. Мы еще не замужем. Поэтому сами зарабатываем и сами тратим. Какие песни инстасамки вы знаете? За деньги, да. Логично, да, тоже. Мне кажется, мы все песни знаем. Сейчас мы по пока ехали, да. Да, мы пока ехали, включили плейлист, оказывается, да, 80% мы знаем все песни. Знаем, оказывается. Сейчас будем тусить. Это успех, я считаю. Как вам атмосфера здесь? Клево. Очень классно. Да. Я люблю току здесь. Мы очень любим току, здесь очень классно, вкусно. Мы любим людей, которые сюда приходят, и мы любим всю организацию, которая здесь есть. Поэтому давай сердечко. Я люблю этот хайп. Деньги — это мой вайб. Моя лайф — это кайф. Я лечу из Дубай до Тай. Желтые ногти, как Пикачу. Я вообще делаю, что хочу. Моя жизнь — это глянец и гламур. На спине там не джуси кутюр. Играет моя песня, и все танцуют вместе. Тебя сюда не пустят, если ты не моя бести. Если ты не моя бести. Мне нравятся ее биты и песни тоже, потому что у нее классная музыка, хотя текст слов не очень, но вообще офигенно, под нее танцевать можно и все такое, вообще классно. Очень вайбовые песни, и под них прям очень классно там танцевать с друзьями, играть, отрываться, да, и у нее просто прекрасные песни, поэтому мы ее слушаем. Какой у вас любимый трек инстасамки? Манекен Лав! Скорее всего, отключаю телефон. У меня отключаю телефон за деньги, да, и тяги. Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут король. Подруг на за деньги, да. Я не делаю биты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. На самом деле я ее начала слушать совсем недавно, и это все началось с песни «За деньги», да? Она на самом деле очень такая прикольная, вот, и после этого я как-то начала ее слушать. А, еще знаю песню «Отключаю телефон», вот. Какая из них нравится больше? 100% «За деньги», да. Мы вот с сестрой постоянно ее слушаем, мы такие: «Это я в Дубае, и я сейчас отдыхаю», но она такая вайбовая, знаете, прикольная. Ожидания большие. Надеюсь, оправдаете. На самом деле ожидания повеселиться классно, посмотреть, как инстасамка поет вживую, потанцевать и просто классно провести вечер. Ты слышишь мой голос и улетаешь в рай. На мне сияет Прада, дьявол мой адвокат. Не мечтай, как видишь мой сладкий сад. На губах блестит лепсти, как Джеффри Стар. В момент, когда я была в Дубае, я послушала вот этот вот момент, где она такая: «Это я в Дубае, и я сейчас отдыхаю». И мне эта песня очень залетела именно в этот момент.
Я думаю, вечер пройдет прекрасно, потому что тут инстасамка. Рэп, телефон, на балансе триллион. Кучи, витон, о, мой рацион. Как кажется, бэби, миллион, это он. Я рэп, эталон, я рэп, эталон. Мои пачки в куче, тачки, пачки, пачки, я на тачке. Мои вещи в куче, пачки, жопа куче, в трусе тачке. Маме деньги неси, да маме деньги неси. Да маме деньги неси, да маме деньги неси. Пусть джуси на тусе, куче маме на джусе. Джуси, джуси, деньги, деньги, маме, маме, тусе, джуси. Моя жопа на тусе, мои доллары в плюсе. Мне карата на уши, на мне дорого босса. Сейчас будет жара.